Приятная музыка, думающая публика, а главное, интересные экспонаты. Не скрыть, к этой выставке приложил руку Олег Радин. Пожалуй, любимый раздел его коллекции – посвящение родному городу в новом пространстве выглядит значительнее. Для меня важно не только то, что изобразительный ряд какой выставлен, но чтобы была соответствующая музыка, соответствующая атмосфера, те люди, которым это интересно. Это наши выставки приходят те, кому это действительно интересно. Архивные фото, которые не устаешь разглядывать, пазлы по картинам художника Белоусова интересны не только детям. Краеведческая литература про город нашего детства и, конечно, полотна с Курском, которого уже нет. Как на работе Юли Бартеневой, дом на Почтовой. Время такие постройки стирает, художница воскрешает на холстах. Самые светлые воспоминания, которые у меня были, это вот связано с этим, с этой улицей, с улицей Почтовая. Здесь немножечко такой собирательный образ. Это не тот дом, в котором я жила, но вот он так состоялся, я это чувствую. Здесь, мне кажется, и боль, и печаль, и ностальгия, и какие-то вот самые светлые воспоминания, которые могут быть из детства. В числе гостей выставки и представители администрации города и области. Общее мнение – такие проекты нужно поддерживать. Благодаря таким личностям ярким в городе Курске организовываются интересные мероприятия. Со своей стороны всячески поддерживаем эти вещи и впоследствии будем стараемся предложить варианты какой-то финансовой поддержки. Эта выставка лишь одна из цикла посвящений родному городу. При взгляде на эти артефакты далекий старый Курск становится ближе. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев. События дня.